тоже. Бабах, коленом полетел монитор. Новый доставай. Можете в двух словах про этот электрический рай? Tesla Model 3, максимальная комплектация. Все, что есть в ней, все здесь есть. И самый дорогой цвет получается здесь. Ну, дороже цвета не бывает. Нет, красный это самый дорогой цвет. Можно туда залезть серединка? Можно. Бесплатно? Да. Это Tesla. Yes. Опа. Монитор стационарный, да? Но у меня тогда вопрос, а что делать с коленом? Надевать на колени? Ну, конечно. Вы сидели можно, за рулем? Ну, я ниже вас просто. Не в этом дело. Тут можно и ниже, выше. Попробуйте ниже. Ну, давайте опустимся максимально низко. Вот так вот это сделал. Так, так, назад. Все равно, допустим, вот, смотрите. Момент торможения, у меня некуда этой ноге уходить, да? Вот даже я так уставлю, вот она будет рулем упираться и биться в угол. Ваши комментарии по этому поводу? Не знаю, я ездил, у меня такого не было. Даже если я пристегну, все равно вот при резком торможении этот удар именно в подколенную чашечку вот сюда, понимаете? Я думаю, я знаю решение этой проблемы. Знаете, я хочу сделать специально выпускать наколенник Tesla Model 3. А давай поменяем. Может, действительно у меня какое-то колено неправильное? Резко здорово. Здесь та же ситуация. Вот я сижу, да? Вот у меня тоже вот бац, вот я расслабленно сижу, болтаюсь, бах, да, и пошел отрывать мониторчик. Либо бывать. Опустить немножко сиденье и так вот двинуться просто-напросто. И наслаждаться ездой. Давайте тоже. Бабах, коленом полетел монитор, новый доставай. Ну, да, значит, надо не только мне делать один наколенник на правую ногу, ну и на вторую парами, для пассажира. Парами буду летать хорошо.